I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me, I'ma just grab my stuff and классный бампер. Ты че, урод, я сейчас тебе руки сломаю. Придурок. Классный бампер. Че пялишься? Ничего пялится. So, I had a really nice time. Yeah, really great time. Love a good carnival. Had a little too much funnel cake though. Ooh, my stomach. Yeah, I was thinking I could come in or we could go on. Yeah! Oh yeah, we'll get together like next week or something. Okay, bye! Я готова. Миша? Миша! Бери, пока дают. Девочки, если честно, когда я напьюсь, я такие глупости несу. Современная женщина подсознательно использует откровенные образы ввиду необходимости стимуляции основных половых инстинктов мужчине, тенденционально стремящихся от мускулинной к андрогинной модели поведения.
Высокая конкуренция у отдельно взятой популяции подталкивает самку к более очевидной демонстрации вторичных половых признаков, дабы дать прямой сигнал самцу. Я здорова, полова зрела и готова иметь приплод. За это и выпьем. Вот. Короче, мне так стыдно. Я ничего не помню. Девочки, не пейте. Вот так вот. Это вот. Вот так вот. Это вот. Вот так вот. Это вот. Вот таким вот образом. Из курса школьной математики мы помним, что 0, деленный на 0, это плохо. Ничего не получится. Тут у Apple... Интересно, хватит ли моего микрофона? У Apple по этому поводу недавно появилась шутка. Персональный помощник на моем айфоне, Siri, спрошу у нее, сколько будет 0 делить на 0? Сколько будет 0 поделить на 0? Представь, что у тебя 0 печенек, а ты делишь их поровну между 0 друзей. Сколько печенек достанется каждому? Понятно? Бессмысленно. И коржик из улицы Сезам без печенек плачет, и тебе без друзей грустно. Surprise, motherfucker! Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница! Ну и суббота-воскресенье, если вы понимаете, о чем я. Там домашний самогон. Холодно, жарко, скучно, я устала. Так пойдем домой. Ты дурак, мы с тобой гуляем. Сфоткал, 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 сфоткал. А купи мороженку, купи попить, купи кукурузу, купи сиськи. Чего? Ну, стоило попробовать. Ух ты, какого клевого мишку ей выиграли. Че ты пялишься? У нее такая же кофта, как у меня. Будешь еще кататься? Хот-дог. Ты на диете. Ты просто меня не любишь. Зачем ты разрешил мне съесть хот-дог? Я буду жирной, ты вообще меня не любишь. Как же красиво. Ты нормальная? Что? Красиво же. Так здорово, что мы с тобой вместе. Еще немножко и мы поженимся. Потом заведем детей. Двоих, троих, четырех, пять детей. Я буду сидеть дома, а ты будешь работать. Там всякие пар... Ты куда, Стас?
love.